Всем доброго времени суток, с вами Артём, это 28-я серия прохождения Assassin's Creed Black Flag. Собственно говоря, мы находимся внутри обсерватории, но нас предал Робертс, точнее, не знаю, предал, не предал. Короче, хотел нас избавиться, мы ему больше не нужны, я должен найти выход. Мне вот нырять или не нырять, я должен найти выход, вот это мне очень интересно. Давайте, в принципе, попробуем сначала без ныряния. Узнать, есть ли здесь какие-нибудь проходы. Но здесь никаких проходов нет, поэтому будем, наверное, скорее всего, сейчас доныривать. Подожди, а почему нырнуть не могу? Нырнуть не могу, значит, мне надо наверх. Да, я думал найти выход где-то там, в подводных течениях. Нет. Интересно. Он нам показал обсерваторию, в принципе, ее возможности, технологии древней цивилизации, предтечь. Вот. И потом хотел убить, но мы... Но мы вовремя убежали. Он закрыл ворота, кстати. И забрал череп. Все забрал. Все закрыл, все забрал. Так, и что мне делать? Наверх. Во-первых, темно. Вот это раз. Я ни хера не понимаю, что мне делать. Я ничего не вижу сейчас. Я тупо иду на обум. Тут горит фонарик, значит, это какой-то знак. Дальше что? Дальше-то. Мы типа должны этот что ты нажмите чего нажать, как сложно. Так, сна. Так. Я докуда долез? Ну и практически вылезли. Она же вся разрушенная, старая. Ей, как он сказал, 80 тысяч лет. Так, я вижу трупы. Плохо. Так, кстати, возьмем сабли опять в руки. Ей 80 тысяч лет, понятно, что там полно всяких трещин, развалин, и можно выбраться наружу в джунгли. Так, теперь, собственно говоря, Робертс. Но он хорошо, что еще и против тамплиеров. Что мне делать? Я расшибусь. Алло. Жук Веры? Не вижу, ничего не вижу. Ну, вроде живы, ладно. Так, а это его корабль. Надо, наверное, подслушать, да? Выживите. Ну, это я выжил. Ой-ой-ой. Раненый. Ну, вон он общается с командой. Или это моя команда? Мне что делать-то? У меня здоровье как бы падает. Это он. Меня сейчас убьет. Робертс! Помогите. Я ранен, и у меня живот болит. Ну еще чего не хватало. О, галка улетела, Эдвард. Да? Прелести демократии. Это ведь власть большинства. Я взял бы вас с собой, но с вашим темпераментом опасаюсь, как бы нам всем не сгореть. К счастью, король обещал награду за вашу голову, и я хочу получить ее. Юноша, вы когда-нибудь видели тюрьму Ямайки изнутри? Видели? Предатель. Волочь. Убью тебя.
Так, ну это насрать, если дополнительные задания. Он меня что сейчас отдаст британским властям? Они не в курсе, что он владеет реликвией. Ну хорошо, что еще против тамплиеров. Он, опа, а это современность опять. В современности мы там что-то тоже что-то исследуем, что-то расследуем, что-то тоже как типа. Тоже какие-то фишки тут идут. Привет. Ты как? Чувство тревоги пройдет. Это Амидазолам. Сожалею об этом, но несколько раз взламывали защиту, пришлось принять серьезные меры. И Оливье пропал. Оливье? Как так? Уехал в Чикаго 2 дня назад. С тех пор его не видели. Да, это слишком, но с таким высоким уровнем доступа у нас обязательства перед акционерами. Учти, будет компенсация, когда хакера найдут. Отдохни, ладно? А хочешь, собери еще информации? У тебя получается? Показать бы, что мы сделали с материалом. Показать бы, показать бы, показать, показать. Сэр, чего? Ваше задержание. Так, тебя бросили в бункер. Славно. А, это этот. Эти тамплиеры серьезные, ребята. Тамплиеры, да. Душ. Да, надо бы удалить весь их компромат на туалет где? Вот это унитаз такой. Как тебе зовут? Ха-ха, кстати, я дал тебе 3-й уровень доступа. Отлично. Так, отправляйся в комнату охраны и так. По камерам наблюдай за серверной. Окей, пойдем. К сожалению, Мелани сейчас там. Комната охраны, ты где? Настанет твой черед. Я бы сам почистил серваки, но как глава IT стану подозреваемым. Ну это понятно. Тот, кого уже заперли. Он понятно. Он, собственно говоря... Тамплиеры. Знаешь, что они правят нами? Решают исход выборов, контролируют рынки, да, вживляют да, нам микрочипы для слежки. Да, и да, 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 мыслей. Да. Это пугает. Я вот не могу найти серверную. Остальное меня не волнует. Точнее, комнату охраны. Ладно, слушай, я вхожу в серверную. Как давай. Только мы уйдем, иди туда. Так, следить я должен. Зачем? Взломайте панель управления камерой. Ой, я помню, взлом здесь такая геморройная фигушка. Здесь надо попасть куда-то. Что-то... Ох ты. Чего я должен делать? Я должен, типа, вот с этим вот совпасть. А. Так, начало положено. Во, пассически. Во, хорош. 735. А, надо было просто число составить. Ха, я на зрительно. Ну и ладно, проверка микрофона. Доступ к изображению, отлично. Ваше присутствие здесь ни к чему, мисс Лемей. Всем займутся мои люди. Лишние глаза не помешают, Джон. Мы ничего не знаем. Проверка данных займет месяцы. Неделю, максимум. Слишком долго. Нельзя столько держать людей в заперти. По закону можно. Для того и наняли. Ха-ха. Они не читали контракт. Да, верно. Но мне не по душе. Что делать дальше? Мы уже обрабатываем данные. Сегодня начнем анализ. Даю слово. С меня кофе идет? Угу. Он ее увел, и я должен теперь туда идти. Взломайте облачный сервер. Пойдем. Взломать облачный сервер. Облака. Белоснежные лошадки. Так, оставил ее у кофебара. Найди сервер с сетевыми логами. Поскольку у меня есть записи всех твоих входов в систему, поищем их по времени и изменим на что-нибудь безобидное. Плевое дело. Ну, плёвое-то плёвое, но нахера я это всё делал? Я понимаю, против тамплиеров уже современности. Ну вот, чудненько. Я ставлю апдейт на твой коммуникатор. Написал программку специально для этого. Готово. Вроде получилось. Попробуй. Я попробую. Е, коннект.
Что здесь надо сделать? То же самое. Еди, твою мать, тысяча. И опять с этой. Так. Так, нет. Здесь, допустим, два. А, здесь уже число-то такое, которое... Так, ну здесь где-то так. Угу. Практически попали, только надо маленько сейчас ее сузить. А сузить у нас что отвечает? Нет, не это. И не это. Это что ли? О, во-во-во-во-во-во. Ну одинаково, они параллельно просто идут. Ну-ка. Блять. Как сдвинуть-то? Чё отвечает за сдвиг? Во-во-во-во-во-во-во-во. Во-во-во. Практически попали. Ляха-муха. А, число я вон там составляю. Опа. Во, отлично. Ну это не сложно, это просто тыкаешь, 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 тыкаешь. Так, соединение установлено, отлично. Доступ к данным на сервере. Сервер Abstergo Enterprise готово. Удаленный компьютер. Мы типа начать удаленный взлом. А еще сейчас еще взлом будет. Что здесь надо делать? Ой, опять вот эта херота. Ой, херота, херота, херота. Не люблю эту хероту. Ебать. Это сложно. Это самое сложное вообще за всю историю человечества. Бля, меня сейчас выебут, да? Так, красным, 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 красным горит. Ой, они еще... Бля, хорош красным-то гореть. Попал, 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 хорош, попал. Попал! Есть контакт. Это очень сложно. Надо реакцию иметь. Которой у меня нету. Так, все, взломано. Ценное пособие по жесткой истории пиратства в Карибском море. Жестокой. И чего? Выбрать. Эрголоворезов. Кандидовициально. Тема продолжения по временным периодам. Тра-та-та-та-та. Но это лор. Эрголоворезов. Тра-та-та-та-та-та. Что мне делать надо? Убрать коммунитатор. Это вот это я ломал? Как сделать навстречу акционеров? О, кстати, будущая игра Unity тут засветилась. Ну, типа, я все прочитал. Чего? Убрать коммуникатор назад. Я все сделал. О. Я чувствую тебя. Но, увы, не могу коснуться. Сигнал слишком слаб, и у меня мало сил. Кто? Нечеткость. Я словно туман. Белый шум, окутавший сеть, эту нервную систему мира. Ты слышишь ее? Храм открыли слишком рано, но выбора не было. Катаклизм смел все сомнения. Да. Слава несчастному Дезмонду. Отдавшему жизнь, чтобы вы, дети наших трудов, смогли жить и исполнить нашу волю, мою. Но сейчас не время. Моих сил не хватит, чтобы укрепиться в органическом теле. Надо найти объекты, артефакты. Завершить труд, чтобы это стало возможным. Чего это-то? Что происходит? Отвечай. Возродите меня, дети мои. Мои орудия. Исполните свое предназначение. Как? Чего? Отвечай. Тут баба. Нет, нет, нет. Что-то не так. Проклятие.
Она где-то здесь. Да! Должна быть в твоей проклятой голове. Черт, 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 черт! Пощадила тебя. Зачем ты здесь? Верните свой анимус. Что за ересь пошла? Ну это типа дух предтечи, что ли, с нам связался. Найти артефакты, возродить ее, что-то катаклизм. Ра-та-та. И пам-па. Мы все умрем. Она только одна нам может помочь. Тамплиеры слишком рано нашли, что-то нашли. Храм открыт ран слишком. В общем, непонятно. Что у меня сейчас будет в игре-то? Обвинение! Огласите их! Милорд! Суд Его Величества утверждает, что подсудимые Мэри Рид и Энн Бонни по злому умыслу в пиратской манере захватили и присвоили 7 рыболовных судов. Также, по мнению суда, подсудимые подстерегли в море, атаковали и захватили 2 торговых шлюпа, подвергнув жизни капитанов и команд смертельной опасности. Опачки. Эдвард Джеймс Кеннелли появился на свет в Суонсе, в семье англичанина и валийки. В 18 женился на Кэролайн Скотт. Живут врозь. Говорят, она просто красавица, но со здоровьем беда. Только троньте ее, и я! Не ожидал найти вас в ямайской тюрьме среди этих подонков. По слухам, вы водили дружбу с пиратом Робертсом. Если знаете, где обсерватория, скажите нам, и сразу выйдете отсюда. Хрен вам в лоб, а не обсерватория. Роджер сдерживает английских псов пока что. Но вот ваша участь, если не станете помогать. Вы, Мэри Рид и Энн Бонни, отправитесь из этого зала туда, откуда прибыли, и затем к месту казни через повешение, и будете висеть там до тех пор, пока не умрете! 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 Вздор! Да смилостивится Господь всемогущий над вашими жалкими душами! Мы беременны! Вы все слышали? Что она сказала? Просит отсрочку, милорд! Да! Беременных ведь вешать нельзя, верно? Тихо! Тихо! Если ваше заявление правда, то казнь откладывается, но только до момента родов. Что ж, тогда я буду беременеть год за годом. Увести их! Хитра девка. Только там после родов-то нельзя там... Сколько-то забеременеть, пока обратно там этот процесс не запустит яйцеклетки-то. Так, а я чего? Как тебя зовут? Кенмор? Конвей? Он же Уолпол. Уолпол? С чего ты взял? Да слухи ходят. Он самый безрассудный пират во всей Вест-Индии. Ну это типа моя казнь, да? Я здесь умру на солнце. Он мучился, но не сдох. Ага. Это приказ. Все-таки я им нужен. А на закате Торос. Назад в тюрьмы. Тамплиеры, значит, еще не знают, где... Сделать. Как его... Босс! Не шуми! В смысле? Это как его? Хватит! Что происходит? Там синенький на карте кто-то бежит. Эй! Эй, выпустите! А, кто-то меня освобождает. Смотри, свистит, как я из кустиков. Предупреждаю! Тамплиеры, значит, не знают про храм. О! Это подарок кто? Для вас. Только не обольщайтесь, я пришел за Энн и Мэри. Вы мне ничего не должны. А, это этих ассасинов. Если поможете мне, я обещаю вывести вас отсюда. Мне бы оружие. Мне говорили, вам они знакомы. Надо спешить. А корабль мой где? Что, лишился галки? Так, что надо делать? Добраться.
Пойдем. Так, за ним надо идти, да? Ой-ой-ой. Так, проберитесь к входу в тюрьму. Бля. Ну, он тот мне сейчас увидит. Один ушел, один смотрит. Так, этот ходит туда-сюда, понятно. Нам куда надо? Нам вон куда надо. Что он делает? Он в кустиках там сидит. Сука. Надо вот этого завалить. Он мне сейчас все спалит. Я знаю, как это сделать. И это сделать очень легко, потому что остальные все сюда не смотрят. Давай, отворачивайся. Отворачивайся, мать твою! Хорошо. Ждем удачного момента. Интересно, он на свист будет реагировать? Сейчас офицер отвернется, теперь этот должен... Уходи! Кш! Кш-кш-кш-кш-кш! Иди сюда. Иди, 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 иди. Иди быстрее, пока они не повернулись. Ууу, как я успел, а офицер уже шел сюда. Так, все отлично. Остальных можно не убивать, остальные в мою сторону не смотрят. Хотя и этого можно. Ну, быстрее, пока офицер ушел. Полчаса будет стоять думать. Хорошо. Этого валим. Нахер он мне нужен. Офицера бы шубануть. Давай этого завалим. Сейчас вот это отвернется. Все увидит. Блин, стелс, стелс, не люблю стелс, но стелс, 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 стелс. Отлично. Офицер. Так, а офицера можно... Можно, что с ним можно? С ним ничего нельзя. В том-то и дело. Эх, убивать этого не убивать. Ну его, в принципе, можно убить из этих кустов. Чтобы он мне дал офицера убить. Потому что офицер сюда идет, тут никого нет уже. Все, ждем этого сейчас. Убиваем офицера. Красота. И путь свободен. Ух, там их сколько красных. Давай, 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 давай. Все отлично. Колокол можно теперь это. А, блин, вон тот сюда смотрит, сука. Но он, по-моему, меня не увидит, если я начну колокол обрезать. Я офицера не убить. Я хотел спрятаться вот здесь, за углом. А, можно, 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 можно. Можно. Увидит? Свистеть же тоже можно из угла дома. Эй, чё ты? Он чё, не пойдет сюда? Ёбаный офицер! Ты зачем ты залезаешь? Встань к углу дома! Есть контакт. Фух, так, вот эти двое остались. Их можно просто пройти.
Нам туда. Что он делает? Как они? Почему он их не ударил? А колокол-то того? Это самое? Ядрит Мадрид? А почему он их не ударил? Я выбежал прямо на них, он их не ударил. Так, ладно. Теперь здесь кустики. Можно, в принципе, снотворным стрелять, но это этих мушкетеров, мушкетчиков, которые будут наверху ходить. Иди сюда. Ля, не вовремя, да, тот сейчас обернется. Так. Там где-то мушкетерчик ходит. Но он на той вышке, я понял. Как вот этого завалить? Иди сюда. И дальше что? Я вижу. Да ёбана, блядь! Как она? Стена, иди нахуй! Всё. Больше нет? Пиздец, я был только что практически пойман. Почему он его не ударил? Почему он не ударяет-то, когда из кустов выбегает-то, я понять не могу. У меня же оружие в руках есть. Какого хрена? Или он только с саблями так делает? Типа с этими скрытыми клинками он так не делает. Что? Ничего не понимаю, он просто не ударяет, и все. Никуда. Никуда надо-то. Ну да, я типа здесь. И дальше. Stop you! You there! Stop! Мысли! Ни хера не понимаю, почему не попал. Убей ты его уже! Никуда надо-то! Я уже здесь, алло! Не внутрь надо. Подберитесь к входу в тюрьму. Еще бы знать, где этот вход. Вот
типа маркер-то здесь светится. Чего не так-то? Ничего не понимаю. Что делать-то? Убить всех? Еще что-то не подсказывают. К маркеру я дошел. Может, ниже? Там лестница вроде как была. Хрен знает. Наверное, ниже. Так. Берите с ним. Тоже нет ни хера ничего. Может, еще ниже? Ну вот, пишешь, 30 метров. А, внутренняя мне. Ой, твою мать. Придумывали. Нажмите В, чтобы активировать зрение. Чё? Найдите свою цель. А моя цель — это кто? Моя цель — это кто? Там кто-то песни поет. Он его и не атаковал обычным ударом. Ну ладно, здесь раз стелс не нужен. Мы всех убиваем так. Здесь кто-то песенки поет. Опа. Ты кто? О! Предатель. Говорят, тебя раскрыли и привезли сюда. Не знал, что случилось дальше. Черт побери! Удачи, приятель. Ну, сошел с ума. Так, жаль, ладно. Что мы поссорились. Что мне делать-то? Ну, это охрана, это говно. Мэри плохо, Мэри рожает уже, наверное. Чего ты не ударил ты его? Как он долго тыкает. Мэри? Рожает, что ли? Это я, Эдвард. Эдвард? А это кто? Не бойся, Энн. Это друг. Что с Мэри? Ей плохо. А ребенок? Забрали. А, уже родили? Не знаю, куда. А это рожает. Я знаю, что больно, но прошу, тише. Идти можешь? Обопрись на меня, идем. Обопрись об камень. Так, пошли. Куда? Не могу. Блять. Обыскать все. Идем, вот так.
Ну, Паша, жли хуй ты хорошо. Встала! Стой, прошу. Я тебя не оставлю, держись. Пошли. Практически пришли. Еще два шажка и все. Вон дверь. Дверь она. Не выйдет. Да выйдет. Давай. Ну хорош, бери ее полностью на руки. Во, пошли. Здесь никого нет. Да ладно, что она такая тяжелая, что я тебя здесь не брошу. Идти не можешь. Чертоства. Оставь меня, Эдвард. Я, наверное, сам решу. Да ладно, да хорош. Не хочу, чтобы ты погиб. Иди. Вот ведь плутовка. А, черт. Ты должна была пережить меня. Я исполнила долг. А ты? Без тебя я не смогу. Мэри! Я буду рядом. Всегда. Разойтись! Обыскать тут все углы! Пипец. Ох, пипец. Доберитесь до... мысли. Можно ее отпустить? Он может бежать, наконец-то. Ну тут все это, ассасин поубивал всех, он нам путь расчистил. Мужики, давайте это самое. Где вам, суки? Убивали всех. Где она валяется? Ну бери ее. Стоит, смотрит. О, иногда анимация такая же. Но Энн хотя бы жива. А Табаль жив остался. Что случилось с Мэри? О, нет. Потерял, наверное, кровь. Умерла? Много крови потерял, да. О, нет. О, боже! Сейчас это рожать начну. Каков ваш план? У меня его нет. Вы не заслужили, но это ваше. Желаю удачи, Эдвард Кенуэй. Типа меня в ассасины, что ли, приняли? Я не понял. Интересно. Наверное, это знак того, что они не против. Что делать-то реально? Все пираты, пиратки, которые были влиятельны, все ликвидированы. Кто-то сошел с ума, кто-то убит нами из-за предательства, кто-то сгнил в тюрьме.
Кто-то умер. Он бухает. Мы бухаем, короче. Мы бухаем. А. Это типа, так, а тут разработчики показывают пьянство. Типа вот так вот выглядит алкогольное опьянение. Свет в конце тоннеля. Ну, Эдвард, Эдвард, нам еще надо 30 тысяч на корпус заработать. Ты давай не расслабляйся. Бутылку мне. Это, конечно, надо, да, попить. После такого. Хватит? Опа. Столько лет впустую. Я добился большего в 5 раз быстрее. Это все из-за честности, Эдвард, ясно? Честность. Вот что вам вредит. Слышь, это ты. Это моя добыча, Робертс. А ну, верни. Как бы не совсем моя, но я больше достоин. Помните мою кредо? Короткая, но веселая жизнь и только. Мир должен нам только это. Взять все и умереть до того, как тебя оставят в дураках. Верни. Да, возьмите. Я тебя раздавлю, прирежу. На. Это ему глюки. Ты хорош, хватит этой нечисти. Тише, щенок. Ползи назад в конуру. Тебе до моего безумия очень далеко. Безумие. Робертс! Вон еще один тут. Хорни Голд. Приветствую, Кенуэй. Нас ждут призы, разбой и приключения. Конечно, ты предал британских... А ну, с дороги, бан! Поднимем сука кружки за свободу. О, вот это нормальный мужик. За джентльменов удачи и веселых леди. За мир разбойников, которые лучше всех вместе взятых королей. Нам, джентльменам, удачи, доступное изобилие, удовольствие, легкость, свобода ты и сила. Ты с моего друга-то встань. Кто в своем уме выберет ту жизнь? Я испробовал все это. И теперь там? Знаю, лучше быть капитаном, чем обычным человеком. Дурак-то. Ой, глюки пьяные, все надо трезветь. Типа битва, что? Что происходит? Эдвард, давай трезвей, заколебал ты меня этой ересью. Акулами теперь будем разговаривать? Что? Ну они трупы едят, пока они отвлечены, всплывай быстрее, Эдвард. Ну хорош смотреть-то. О, в городе вообще оказались. Трезвей. А он устремился вниз, схватил ягненка и унес свое гнездо. Мимо летела галка и видела, что сделал орел. И подумала, что так же сильна и способна на то же. И тогда, шумно махая крыльями, галка опустилась и вцепилась когтями в большого барана. Что делать-то? Но попытавшись взлететь... Ну типа я его убил в своих видениях. Дальше что? Для этого она мала и слаба. Их убить? Несмотря на ее усилия, баран ничего не почувствовал. Пастух, бывший неподалеку, увидел это и развеселился. Убейте Бартолмью Робертс. Поймал галку и обрезал ей крылья. Я его убил. А вечером принес ее домой. Мать, я ассасин и отдал убил своим детям. А где Бартарам Какая Робертс? Странная птичка, отец. Кричали они, смеясь. Как ее зовут? Это галка, отвечал отец. Но спроси ее, и она зовется орлом. Опять не того. А где того? Куда он прячется? Где он? Всех убью, один останусь. Что за пьяные глюки начались, а? Где нормальная игра? Только на 2 года. Ты обещал. Ты ушла! В самый трудный момент! Я была рядом.
Почему ты уходишь? Ты несчастлив со мной? Я так близко, Кэролайн! Прошу! Осталось немного! Ты все делаешь из злобы, Эдвард! Мной движет совсем не злоба, Мэри! Смелость! Какая смелость? У тебя ведь никого не осталось! Черт вас всех возьми! Нет, я справлюсь! Глупец! Ты разрушаешь все подряд, когда мог бы созидать! Или хотя бы развиваться сам! Оставь меня в покое! Смени курс, Эдвард! Смени, пока еще не поздно! Все? Разрезвели, нет? Наверное. Ох уж эти глюки. Капитан Кенуэй! Ну и видок у тебя. Боже! Голова сейчас лопнет. Вставай! Все из-за тебя, Аде. Оставил меня с Робертсом. Мне бы сейчас на тебя разозлиться. Но я чертовски рад. И я, друг. Кстати, знай, Галка цела и невредима. Вот это молодец. Вот это классно. Отправимся за... Уходишь? Ухожу. Мое призвание в другом. Аде, слушай. Почувствуй, что готов. Иди к ассасинам. Тогда ты поймешь их. То есть теперь нам идти только к ассасинам осталось, да? Пиратство уничтожено. Все бароны, все главари, все могущественные пираты, всех. Один я остался, но в одиночку, естественно, мы ничего не сможем. Но от этого я грабить британские суда не перестану. Мне надо еще 30 тысяч заработать. А, значит, сюда надо на 750 дерева, 400 железа и 30 тысяч. Сюда надо 20 тысяч и 650 железа. В принципе, все. Так что мне еще грабить и грабить, как говорится. Ладно, остался нам, собственно говоря, наверное, вступить официально в ассасины. И уже, я не знаю, что там будет дальше. Все это мы увидим в следующей серии. Но сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за комментарии. Всем удачи. Всем пока.